Сегодня состоялось торжественное открытие весенней вахты памяти на посту номер один. Мероприятие по традиции прошло у памятника монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны. В открытии вахты приняли участие школьники общеобразовательных учреждений из разных районов города, воспитанники кадетских классов и участники военно-патриотических объединений. После открытия первый наряд юных патриотов заступил на торжественное дежурство. Напомню, вахту памяти ребята несут с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов дня. Продолжительность смены 15 минут. Здесь они занимаются строевой подготовкой, занимаются стрелковой подготовкой. Мы учим их стрельбе из пневматической винтовки. Занимаются разборкой, сборкой автомата. С ними проводятся уроки мужества. Теоретические положения рассказываются.